Всем привет, друзья! С вами я, Балкиш. И сегодня я хочу вам сделать обзор на очень крутой баллончик, стоящий своих денег. Хоть и не предназначен для граффити, но я им забабахал такую, короче, бомбуху. Короче, топово. Это баллончик от Vivido. Я купила его в строительном магазине за 300 рублей. Он стоит всего 300 рублей, но просто охрененная краска не стирается. Я, короче, забабахал надпись, и она уже 2 месяца держится, никак не смываясь, никак не изменилась. Все нормально. Короче, краска качественная, акриловая. Сейчас вам покажу эту бомбуху. И сам убедитесь, в принципе, нормальная. Что у нас по кэпу? Кэп у нас, конечно, не очень-то удобный. Я им рисовал, он, конечно, пустой. Но сейчас вам покажу свою надпись, которую я ей написал. Только чуть попозже смотреть. Такой у нас кэпик. Не буду доставать сейчас. Такой кэп черный. Не особо удобный. Слишком маленький, не подходит мне под палец. Я всегда, когда писала, у него вот здесь вот прям попадает мне на палец. Единственный минус. Так, кэп нормальный, здоровский. Вот. Ну, короче, стоит своих денег.